Электрический чайник Тефаль с ионами серебра. Рассмотрим чайник серии Silver Ion известного бренда Tefal. В комплекте сам прибор с подставкой и документация. Чайник сделан из высококачественного пластика. Его емкость 1 литр 700 мл подойдет для большой семьи. Шкала с уровнем воды расположена с обеих сторон. Будет удобно пользоваться и правшам, и левшам. Клавиша включения и выключения находится сверху на ручке. Крышка открывается широко. Можно быстро налить воду и почистить чайник. Кстати, налить воду можно и через носик. Он тут довольно широкий. У носика находится съемная фильтр-сеточка от накипи. База стандартная, круглая. Чайник вращается на ней на 360 градусов. Лишнюю длину можно убрать в подставку. Из интересного, в этом чайнике есть функция ионизации серебра. Она заменит серебряную ложку в графине с кипяченой водой и защитит от микробов. Из других особенностей – мощность 2400 Вт, за счет чего прибор быстро кипятит воду. Полный чайник закипает примерно за 5 минут. Но если в вашем доме слабая проводка, лучше присмотритесь к менее мощным моделям. Также тут есть автоматическое отключение после закипания, блокировка крышки и защита от включения без воды. А световой индикатор у основания подсказывает, включен ли чайник. Подведем итог. Эта модель от Tefal хороший вариант для тех, кто ищет чайник с базовыми функциями и заботится о качестве воды.